Господь среди нас. Неужели нам этого мало? А унывать – это грех. Господь победил смерть и даровал нам жизнь вечную. Нужно радоваться, не унывать, не скорбеть, а благодарить Бога за те радости, которые Господь посылает нам. Как звать ты его? Кушок. Кушок. Всегда вместе гуляете? Да. Когда уж я одеваюсь, он уже идет в раздевалку и ждет. Теряют своих близких и родных, многие остаются одинокими и впадают в уныние. Надо верить, что Господь с нами. И если Господь с нами, чувствовать, что мы с Богом. Сейчас время, когда смена поколений, уходит старое поколение духовников, старое поколение людей с большим духовным опытом. Вот умер отец Иоанн Крестьянкин, архимандрит в Псково-Печерском монастыре. Умер протоиерей Николай Гурьянов на острове Залит. Вот в тяжелом положении находится отец архимандрит Кирилл. Так что, ну а у нас определенный разрыв возрастной тоже среди духовенства, потому что очень много молодого духовенства. И очень опасно, когда молодое духовенство делает из себя, ставит себя опытными духовниками, а оказывается, в общем, младостарцами, как мы их называем, потому что без опыта нельзя совершать духовное руководство. Надо иметь огромный духовный опыт и жизненный опыт, чтобы учить, наставлять и направлять жизнь другого человека. Ну вот они немножко поели, они там кормятся, у них есть кормушки. Когда чувствуешь ответственность, которая на тебе лежит, то тогда чувствуешь, что... Может быть, и хотелось бы, но нельзя этого сделать, потому что ответственность за сегодняшний и завтрашний день церкви. Когда перед Киевом врачи тоже категорически возражали против поездки, потому что были некоторые такие осложнения в области сердца, поэтому они даже встречались и с членами синода, и с президентом, и сказали, что это опасно. Но они заранее понимали, что это будет очень такой болезненный. Это рискованное, да, ясно. Но взвесив все, я принял решение, что надо ехать. И победа была дана. Да. Потому что иначе бы результаты были бы иными. И если бы я не поехал, то патриарх Константинопольский, он бы и возглавлял службу, и вся ответственность на нем. Ну и потом из средств массовой информации использовали бы не приезд патриарха Московского, тоже в своих местах. Сказали, вот видите, Москва вас оставила, мы предоставили Украинской православной церкви, как и другим самоуправляемым церквам, решение всех вопросов, касающихся административных, финансовых, учебных, хозяйственных. Но мы сохранили духовное единство. Мы сохранили молитвенную связь. И вот разорвать эту связь не дано никому. Вчера вечером мне сказали, что идет дождь.
Да, но я думаю, не может же быть. Мы назначили съемку. И надо, чтобы все-таки была бы хорошая погода, чтобы можно было бы выйти. Церковь всегда и в радостях, и в испытаниях всегда была со своим народом. И молиться о стране, мы живем в этой стране. И когда некоторые и политики говорили, что в этой стране это людей, которые любят свою родину, которые знают свою историю, свою культуру, для них это оскорбительно. Потому что это не эта страна, а это наша страна, в которой мы живем. Если говорить о мечте, о государстве, государстве мечты, о том, что, что такое Россия в идеале для вас, как она должна быть построена, как она должна выглядеть изнутри и извне, как бы вам виделась эта страна? Ну, я не считаю, что она должна быть монархическая. Народ должен сам избирать свою власть. И сейчас, в демократический век, конечно, мы не можем монархический строй восстановить. И не всегда, не всегда наследники бывали достойны своих родителей. Но вот мне недавно дали завещание императора Александра III своему сыну Николаю II, где многие очень фразы актуальны и сегодняшний день. Он ему говорил: ты слушай всех, но принимай решение сам. Помни, что у России нет друзей. Наша великость всегда вызывает зависть. И опирайся на церковь, потому что церковь всегда с народом. В Священном Писании сказано: нет власти ни от Бога. Каждая власть от Бога. И всегда церковь молилась за власть. Даже в эпоху римских гонений, в эпоху гонений, которые происходили в Русской Православной Церкви, всегда церковь молилась о богохранимой стране, власти, воинстве и народе ее. Пришлось установить совершенно новые отношения между государством и церковью. Совершенно новые, которых не было в истории России. Потому что церковь была не отделена от государства. Император был главой церкви. И все то, что все решения, которые принимались по церковным вопросам, они исходили из кабинета. А сейчас надо устанавливались совершенно новые отношения, когда церковь сама решает и сама отвечает за свои действия перед своей совестью, перед историей, перед народом. Как бы ни было бы человеку тяжело, трудно, он должен знать, что с нами Бог. Мы должны, если бывает трудно, если нападает уныние, обращаться к Богу в молитве. Но не пытаться преодолеть трудности своими силами. Господь поможет. Если мы с верой будем обращаться к Господу, будем надеяться на помощь, на милосердие Божие. Все пришли, да? Общение с животным миром, с братьями меньшими,
она снимает иногда напряжение. И когда вот так приедешь после рабочего дня и покормишь с ними, поговоришь с ними, как-то снимается напряжение. А о чем вы с ними разговариваете? О жизни. С ними? С ними. Так они же ничего не понимают. Да, понимают. Да, они... В первом году они высадили, вывели несколько, 5 штук молодых, они выросли. Но предлагал я одним, другим. Но потом пришлось отдать сопленные, потому что так желающих павлинов все-таки довольно беспокойно. Их кормить довольно сложно. У нас есть одна сестра, которая занимается уже ответственно за их питание. И вот и траву им, и витамины дает. Первый урок должен быть для всех нас, что всегда мы должны бодрствовать и быть готовыми. Но никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий на славе своей. Поэтому каждый из нас должен готовиться, но никакие сроки, никакие предсказатели не могут назначать и давать. Если конец света наступит, он коснется всех. И кто на земле, и кто под землю зарубится. Они этим не спасутся. Может быть, вы сейчас покушаете и потом продолжите. Да? Потому что время обеденное. Да? Мать Ангелина. Мать Ангелина, где раздеться? Я буду раздеваться. Сами вас пока обедаете, сейчас же будете? Нет, я позднее буду. Хочешь сюда? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Я же всегда до 3 дней обедаю, когда служу. Так что, в будущем году 60 лет уже моего священного служения. Лет Русская Православная Церковь была лишена канонического возглавления. 200 лет. И перед трагическими событиями, которые постигли Русскую Православную Церковь, собор, поместный собор Русской Православной Церкви 1917 года, 17-18 года, первым и главным деянием было избрание патриарха. Эти годы, конечно, были очень трудными, но патриаршее управление помогло сохранить церковь, и все было направлено на то, чтобы сохранить церковь. Сквозь тех бурь, которые постигали и обрушивались на корабль Церкви Христовой. Ну, может быть, некоторые первые иерархи Русской Православной Церкви, они даже сталкивались с большими трудностями, чем приходится мне сталкиваться. Например, патриарх Гермоген, который был в заключении и умер в польском заключении в Кремле. Митрополит Филипп Московский, который был сослан в отрочь монастырь и там задушен Малютой Скуратовым. Патриарх Иов, который был отстранен от своего патриаршего престола. А ведь это первый патриарх российский. И тоже умер старец в монастыре. Сегодня, по милости Божией, все-таки с церковью считаются, с ее мнениями. Да, я не беспокою понапрасну. Но если нужно поставить какой-то вопрос перед государством, перед президентом, перед премьер-министром или какими-то министрами, я это делаю. Потому что моя роль – и защищать, и быть печальником за тех,
которые иногда попадают в трудные обстоятельства. Я не пользуюсь мобильным телефоном. Почему? В пределах России, потому что у меня здесь телефон есть, в машине есть, в кабинете есть, так что меня всегда найдут, если я нужен. Ну а чувствовать себя всегда привязанным к телефону, я считаю, что не стоит. Мне писать и самому много приходится. У меня референтов много, но иногда пока они изложат свои мысли, пока поправишь, это дольше бывает, чем я. Поэтому мне приходится и самому очень часто писать. А что вы пишете? Ну и письма, и приветствия, и... А у вас есть с кем-нибудь какая-то личная переписка? Там, с какими-то друзьями, может быть, с... Ну, личной переписки, у меня нет времени на личную переписку, но когда я бываю за границей, я всегда пишу людям, которые ценят это и которые ждут этого, открытки. Открытки? Открытки, да. Там компьютер стоит у вас, а вы умеете пользоваться компьютером? Нет, я не пользуюсь. Нет, это... Поэтому Елена занимается. Молодежь, они компьютером кто занимается. Ну, я веду уже несколько лет дневник, потому что память человеческая не может удержать все то, что происходит. Ежедневник? Ежедневник. А для кого? Пока для меня. А потом? Потом, Бог знает. Ну, видите, даже мне иногда трудно перечитывать, потому что написано мелко, но так что кто будет читать после меня, им довольно будет трудно. Хотя ровно написано, но почерк у меня сложный, так что я думаю, разобрать никак. А как вы хотели бы, чтобы распорядились этим дневником? И кто самое главное? Патриарх, вот в светском понимании друзей много. Такие люди, которые идут занимая, по жизни. Занимая пост патриарха, конечно, трудно сказать о друзьях, потому что все-таки субординация есть определенная. Но люди, которые окружают и которые помогают, они, можно сказать, что они преданные. Вот матушка Филарета, она, скажем, уже 40 лет несет свои обязанности. Ее откомандировали, когда я приобрел под Москвой жилище для того, чтобы обустроить хозяйство. И вот с тех пор она... Ну и в путешествиях, в поездках она сопровождает меня, исполняя так роли такого ближайшего доктора. А вот матушка Ангелина, она по лекарствам. Я не занимаюсь лекарствами. Вот она мне дает лекарства. Она знает уже, какие нужны. У нее контакт с доктором. Так что она, я ее считаю таким домашним доктором. В Западной Европе забывают люди о тех нравственных ценностях христианства, которыми жила вся Западная Европа в течение 2000 лет. И эти ценности надо сохранять и приумножать. И без этого
нельзя рассматривать свободу, потому что в противном случае свобода будет пониматься как вседозволенность. До чего доходит, что, значит, с католиками нельзя не мыть. А если святыни, общих православные святыни находятся у католиков? Да. Скажем, почему у нас сейчас в баре все едут к мощам святителя Николая? Ведь они же находятся в католическом монастыре. Что же тогда? А в Иерусалиме тоже ведь там в одном храме и армяне, и копты, и совершают богослужение. Ну и, скажем, когда вот я во Франции был, то во Франции в соборе Нотр-Дам-де-Пари, в соборе Парижской Богоматери, хранится терновый венец Спасителя. То он не редко очень выносится, но была предоставлена возможность ему поклониться и совершить православный молебен, который совершал наш священнослужитель из Парижа перед этим венцом. У меня была возможность приложиться к этой святыне. Средства массовой информации неправильно информировали с самого начала. Никакого молебна я не служил. Молебен совершал священник нашего прихода. Никакого сослужения с римо-католическими священнослужителями не было. Но очень много присутствовало православных русских людей. Сейчас надумывают всякие обвинения в том, что контакты экуменические, они не вредны для церкви. Ни о каких уступках в вопросах вероучения быть не могло и никогда не ставилось. Не справиться. Что самое сложное? Самое, я думаю, сложное все-таки стоять во главе чего-то. И государство, и региона, и епархии, и церкви, и прихода. Потому что у каждого своя ответственность перед Богом, перед историей, перед миром. У одного больше, у другого меньше. Но ответственность эту надо ощущать, и человек должен чувствовать ту ответственность, которая лежит на нем, за будущее церкви, за будущее прихода, за будущее страны. Свой крест, и каждому Господь помогает нести его крест. И креста не бывает выше человеческих сил.